Всем здорово, Сэннет, и сегодня мы поиграем в такую игрушку под названием Slender, или же, как его обычно называют, палочник. И игра, откликайся, о, все. Найдите все 8 страниц. И мы каким-то хреном оказались в закрытом лесу, не знаю, перелезли мы через забор, либо, ну, внизу подкопа я не видел. Я не понимаю, зачем надо в этот лес, нафиг он отгорожен, непонятно, и зачем нам вот эти вот 8 записок нужны. Ох, я помню, как я смотрел видосики страшные про Слендермена, смотрел крипи-истории, крипи-пасты, и, судя по всему, в крипи-пасте это самый-самый батя всей крипи-пасты. И я не понимаю, куда мне идти. О, вот я вижу уже первую записку. Вот она, бери. Follows, типа следуй. Следуй, палочник, дерево, окей, хорошо. А возможно, у меня есть такая небольшая теория, но вся вот эта вот нагнетающая атмосфера просто может пропасть. А заключается она в том, то, что мы, как турист, захотели немного в туалет, по-большому. Пришли в лес, а туалетной бумаги нет у нас с собой, даже никакого журнала, никакого листочка. И вот мы ходим и собираем 8 страниц, чтобы... Я не понимаю, зачем именно 8 нам страниц, но... Но, видимо, зачем-то надо. Там ничего нету. А то мало ли сзади вот так вот этот хрен появится. И будет очень даже плохо. Так, я не понимаю, а куда я вообще иду? И было бы очень даже прикольно его встретить. Вспомнишь говно, вот и оно! Здрасте. Здрастите. А я могу вас обойти? Молодой человек. Мне кажется, у него рожи нету. Вот такой вот длинный, рукастый хрен. Так, иди отсюда. Писечник, или как там тебя, палочник. Давай. Он к нам подбежать вот так вот не может. Он за нами не может так следовать. Он может просто вот прямо перед нами появляться. О! Save me alone, типа... А, не. Покинь меня, оставь меня одного. Хорошо. Слендер, если ты хочешь, то мы оставим тебя одного, не будем собирать твои страницы. Просто, понимаешь... Очень нашему главному герою нужно в туалет. А это дело такое, то что оно не терпит отлагательств. И мне меньше всего хочется идти в это здание. В него, я так думаю, мы немножечко позже пройдем. Немножечко позже. Я надеюсь, что он прямо из-за дерева, как, я не знаю, какой-то сыщик не вырнырнет. Вот самое главное, что мне нравится, так это он... Что он просто на расстоянии смотрит, да, за нами. А подходить он к нам не подходит. Ну, к нему тоже не надо подходить. Так, ты... Во! Вон он идет потихонечку за мной. Давай, пошли, пупсик мой. Давай. Только тут-то прям перед проходом у меня не появились. Блять. У меня там опять какой-то хренью страдает собака. Так. Палочник, ты где? Я сомневаюсь, я туда вообще иду или нет. Я так смотрю немного по сторонам, потому что не очень хочется прям перед собой это чудо увидеть. Чудо лысый. Так, это ты-то? А, нет, это там записочка. Там записка, и это хорошо. И мы набрели на какие-то пни. Блять, мне показалось, что я где-то вот тут видел. Так. Не что-то там. Окей. Как все нагнетает. Ну блин, ну Слендер, я понимаю то, что ты заботишься о своем лесопарке. Будем так это называть. Но пойми, тут у тебя нету туалетов. Как я должен справлять свою нужду, если тут нет туалетов? Одним самым старым бомжовым способом. Хоть он вообще не культурный, он вообще такой... самый неприятный. То есть, если кто-то делать будет этот способ, то это будет полностью отражать его бескультурие. Но тут ситуация безвыходная. Мы, судя по всему, вышли, за каким-то хреном перелезли через забор. И мне... У меня такой вопрос, где он? Я его давненько не видел. Мне кажется, если я обернусь, то он будет либо прям передо мной. Блин, опять что-то с голосом. Да что же такое будет?
Так, я знаю, что встреча с ним нам неизбежна. Мне, кстати, хотелось бы посмотреть вот в серии, какой скример от него, типа, что от него ожидать. Давай я обернусь. Нету. Странно. Может, я должен на 360 вернуться, он тогда он появится? Так, а мы можем... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, выключать фонарик мне совершенно не хочется. В принципе, если идти смотреть прямо, то его он вообще не появится. Вот может максимум вот где-то сбоку появиться и все. То есть прямо перед нами так заспамиться и появиться и сказать: «О, привет!» Он, судя по всему, не может. «Ты немощный лесник! Я собрал уже некоторые твои листочки!» «А? А ты где?» «Ты где вообще? Хрен такой с горы! Ты меня слышишь?» Странно, что-то после этой записочки он как-то пропал. Мне это начинает напрягать. Потому что вдруг я найду еще одну записку, он такой тур-дур-дур-дун, и прям ко мне побежит. И будет такой: «Сволочь, не смей, это мой лес!» Это... Мы, кажется, по кругу ходим. Мы тут были. Сандер, ты решил меня запутать? Видимо, он так и решил. А возможно, те три камня, которые я прошел, куда я не пошел, там были как раз такие записки. Слендер. Слендермен, Слендермен. Вот такой высокий хрен. Слендермен, Слендермен. Где-то прячется в лесу. Слендермен, Слендермен. Нихера не вижу я тебя, Слендермен. О! Здрастите! Я уж по вам скучать начал. Здрасте. Здрасте, хорошие люди. Я на тебя буду периодически посматривать, чтобы ты не исчез. Я не понимаю, вот наша главная героиня, наш главный герой, это что, робот? Мы можем? О! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, как убрать камеру? Так. Ну окей, он сзади, и это ничего такого плохого. Мы можем пробежаться. Мы можем пробежаться, но я не хочу этого делать, потому что мало ли он прям перед нами как-то появится. Как-то умудрится появиться, и все, и нам будет полная жопа. А если тем более тут еще и бег заканчивается... О! О, УАЗик! УАЗик дяди Васи! Или УАЗик, или ЗИЛ. Так. Слендермен, ты не против? Да вон он прям за мной идет по пятам! Так, что тут? Но-но-но-но-но-но-но! Да-да-да-да-да-да-да! Я... Мудак, я возьму этот листочек, ты меня видишь, да? Я знаю, что ты меня видишь. Я и одно не могу понять, почему у него нету лица. Он все, он пропал? Он исчез? Он где? В принципе, это не такое уж сложное занятие. Самое главное, его не подпускать слишком близко. И все. То есть, как некоторые люди поступают, не держат своих там... Кали! Ёбана в рот! Я не хочу оборачиваться. Так, то есть он спавнится теперь прямо около нас, да? А ты прям за нами идешь? Я просто хочу кое-что проверить. Да, он прям за мной сейчас идет. Оп. Он перемещается? Мне просто надо это понять. Да, он по чуть-чуть перемещается. Я не знаю, мне хочется, конечно. Блять, он тут, он близко. Он, блин, он как эти, как плачущие ангелы из Доктора Кто. Пока на них не смотришь, они хрен что тебе сделают. Ой, блядь, пока... Наоборот, пока на них смотришь, они тебе хрен что сделают. Слендер. Слендер, не надо. Я извиняюсь, что я говорил. Я сейчас пойду и развешу твои листочки. Только не трожь меня. Пожалуйста. Блядь. Что-то мне кажется, я очень плохо делал то, что я так кручусь. Потому что этот хрен может... Этот... Лесник может около меня прямо сейчас тут быть. Блять, мне кажется, я позади себя слышу шаги. Мне не очень-то хочется. А, только про тебя вспомнили, ты уже тут, да? Что? Ну что, а? Не видишь, я еще ищу место, где делать свои злачные дела. Все, иди, отвали пока что.
Достал уже. Вроде лесник лесником, нормальный чувак, но ведет себя как какое-то чудовище. Не хочет дать мне сделать свои хоронные... Ой, свои хорошие дела. Но для него, видимо, не очень, потому что... Помоги мне! Блин, мне кажется, на восьмой записке у меня в ушах будет вообще... Пи-п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 и. Именно такое у меня будет. Видимо, Слендер уже такой... Так, блэд, надо брать свою ситуацию в свои руки, да? Да? Да, хрен такой. Надо брать ситуацию. Так. Все, я понял. Все, идем. В принципе, 5 записок, и если он меня сейчас не поймает... А он движется, по-моему, чуть-чуть побыстрее уже, да, в мою сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет. О, блин. Если бы я в это играл ночью, мне было, мне кажется, немного пострашнее. Да, блин. Чего, а? Я вот не знаю, где еще записки, так что я хотел бы посмотреть, какой же твою милую личку и как ты меня в объятия возьмешь. Так, я могу? Оу-оу-оу-оу. Я могу. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я хотел к нему спиной подойти такой, бу, испугать, но что-то не получилось. Какого хера? Мне сейчас просто игра взяла и вылетела на рабочий стол. Какого хрена происходит? Слендер, ты охренел? То есть я у тебя забирал записки, а ты теперь у меня забрал игру, да? И выкинул меня на рабочий стол. Ох, ну что ж, я думаю, то, что на этом мы как раз и закончим. Вот такая вот коротенькая серия. А может, не очень коротенькая получилась. По хоррору игре Slenderman. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.